Привет, ребята! Посмотрите, у меня есть интересная игра. В этом наборе есть 200 магнитных деталей, из которых можно собрать много интересных роботов. Вот они. Это карточки с примерами того, как правильно собирать роботов. Ребята, все эти роботы такие интересные и смешные, правда? Каких же роботов выбрать нам в этот раз? Нужно подумать. Итак, я выбрал. Будем собирать вот этого робота. Ну что же, приступим. Это его антенна. Она будет у него на голове. А вот и его голова. Она состоит из двух частей. А это его туловище. Хорошо, теперь соберем его руки. Вот так. Одна рука готова. Теперь другая. Отлично. Теперь соберем его ноги. Это колени. А вот нижние части его ног. Хорошо. Наш робот почти собран. Осталось совсем немного. По-моему, ребята, получается очень здорово, правда? Классный у нас получился робот. Вот только одному ему на этой планете скучно и одиноко. Давайте соберем для него друга. Вот этого забавного робота. Карточку для примера пока поставим вот здесь. Хорошо. Поехали! Это антенна. Вот верхняя часть головы. Это его глаза. А теперь постепенно начинаем собирать его туловище. Хорошо. А сейчас очередь сложить его руки. Одну и другую. А это нижняя часть его туловища. Ее, конечно, тоже нужно собрать. Вот так. Что же нам осталось, ребята? Нам осталось присоединить вот это колесо, с помощью которого робот будет передвигаться. Итак, ребята, вот такие у нас получились классные роботы. Вам понравилось? Мне очень. Ведь это так интересно из маленьких картинок магнитов собирать таких интересных роботов. Ребята, до новых встреч на канале Курносики Джуниор. Пока-пока.